Предполагаем объявить конкурс на самый интересный или самый старый велосипед. Естественно, все такие у нас любители будут, они будут, конечно, поощрены. То есть призов, еще раз говорю, вот очень много, поэтому всех приглашаю и говорю, изучайте правила дорожного движения, историю Великой Отечественной войны. У нас будет много вопросов, посвященных именно памяти героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова. У нас из Олимпийского движения будет много вопросов, поэтому на все правильные ответы будут всем вручены призы. Но самый главный участник у нас все-таки не люди, которые занимают большие посты, а именно те люди, кто сегодня использует велосипед как средство передвижения, как транспорт, и кто посвящает себя к юному такому образу жизни.